Я в Милане. Иду заселяться в хостел. Доехала на автобусе. В принципе, есть несколько вариантов автобусов, поездов. Цены все примерно одинаковы, по времени тоже. Вот, это час занимает дорога от Бергамо, аэропорта. Хорошо, что лето, время 7 часов и еще не темно. Но, судя по всему, я не так далеко от центрального вокзала, поэтому иду пешочком. Я не знаю, как говорится по-итальянски. Мне кажется, что это означает арка мира. Мира в плане виз. Выходим к собору. Что-то он весь совсем на реставрации. Летом выглядит главная площадь. Пальма. Ипподром. Врезалась в собаку. Вообще я направляюсь на северный вокзал, и вот по пути мне встретился замок Сфорцеско. Прям настоящий замок. Мне просто нужно пройти сквозь него. Ой, тут сцена даже. Прикольно, памятник, иголка с ниткой. Вот дошла я до вокзала. Вот оно, озеро Комо. Город Дервио. Очередь с билетиками, чтобы отправиться на ту сторону. Это городок Варена.
сейчас мы приехали в Минаджу, а вот там Белладжо. Вот оттуда приехали. Это музей Луны, и здесь над бассейном висит Луна. Но, честно говоря, я ожидала большего. Я ожидала большего, что тут будет ночь и висеть эта Луна, но выглядит все вот так вот. Ну, симпатично, в принципе. Вот теперь красиво. Quelle laterali, la prima e l'ultima. День перед вылетом я решила провести в Бергамо и отсюда же сразу ехать в аэропорт. Все достопримечательности сосредоточены, считаю, в одном месте, так что я думаю, я все успею. Вон там все основные достопримечательности. Этот район называется Ситальто. Высокий город. Подняться туда можно на фуникулёре. Очередь офигеть, конечно. Учитывается количество человек, которые могут поместиться в фуникулёр. Площадь Личия. Я не уверена в своем итальянском произношении, поэтому могу очень сильно коверкать название. В общем, площадь. И здесь вот как раз рядышком главный собор Бергамо. Это меридиан. Какой симпатичный собор. Вот это главный дом. Базилика Санта Мария Маджоре.
это форт и мемориальный парк, откуда открывается вид на Нижний город. Также здесь же еще и музей истории. Вот он, Бергамо. В общем, решила скоротать время до автобуса в аэропорт с таким вот видом. Надоело мне смотреть на панораму города, поэтому все по стандарту, не знаю, что делать, выпей. Но так как мы все-таки в Италии, то это первое.